Широченный каменный пляж, чистейшее манящее море. Температура разгоняется до 20. Именно в таких местах действительно счастлив становишься. Вы только посмотрите на это, друзья мои. О, какой ты красивый. Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе-курорте Анапа. Солнечном, прекрасном и классном. Мы находимся на улице Маяковского, и здесь, в этом доме, продается квартира на втором этаже. Квартира мне очень понравилась, я вам сейчас все подробно расскажу и покажу. Адрес у этого дома Маяковского 57. Мы находимся сейчас во дворе. Здесь вы можете увидеть очень много деревьев, зелени. Есть детские площадки, есть зона для воркаута, скамеечки. То есть это вся территория зелененная, на которой вы можете проводить свое время и отдыхать. И так как дома здесь двухэтажные стоят, то территория это никогда не бывает густонаселенной. Даже мусорки стоят во дворе. Также с парковочными местами. За счет того, что домики небольшие, парковочных мест здесь очень много. Посмотрите, какие великолепные клумбы у нас. Здесь все начинает уже зеленеть. С этой стороны, ребята, жарят шашлычок. Есть мангальчик, место, где посидеть. То есть и все очень чисто. Здесь также через улицу находится рядышком детский садик. И до набережной здесь хозяева говорят, что дойти можно за 5 минут до моря, 15 минут на пляж, улица 40 лет Победы. Собственно, как выглядит подъезд, я думаю, что многим это тоже очень будет важно, как и мне. Я зашел, все очень чистенько, красивенько и с приятным ароматом. Давайте посмотрим саму квартиру. Мы попадаем с вами в прихожую. Прихожая у нас 5,5 квадратных метров, оформлена вот разноцветном стиле. В левую сторону проход в жилые помещения, направо проход на кухню и санузел. Здесь первым попадает как раз таки нам санузел. Показываю, как он выглядит. Стиральная машинка, унитаз, зеркало большое, просто раковина, ванная и полочки, выполненные из плитки. С правой стороны у нас есть полотенцесушитель. Потолок сверху оштукатуренный и окрашенный. Далее мы проходим в зону кухни. Здесь с правой стороны у нас встроенный холодильник. Есть сверху антресоль. Есть техника, которая будет оставаться. Это газовая плита Гефест и духовой шкаф Bosch. Техника остается вся, кроме вот микроволновки, винного шкафа и кофемашины. Сейчас даже здесь работает посудомоечная машина. Она большого формата. Фирмы Bosch. Раковина, навесные шкафчики. Они с газовыми лифтами, и под посуду здесь можно их использовать. Второй для хранения всех нужных вам на кухне вещей. Далее мы, как раз таки вот совмещенная у нас с лоджией кухня, и здесь стоит большой обеденный стол, есть батарея и место для того, чтобы можно было разместить гостей. Это диван, он раскладывается и получается двухспальное место. Эта сторона выходит на двор. Здесь вы можете наблюдать за своими детками, которые там играют, при этом готовить, кушать очень удобно. Также мы можем увидеть, что фруктовое дерево здесь летом создает тень. Хоть в самой квартире есть плит-система, хозяева говорят, что квартира продувается очень хорошо и ей не пользуются. Если вам понадобится, используйте. Дерево буквально на днях зацветет и будет очень красиво. За самим диваном находится такое вот место для хранения. Тоже очень много вещей. Сможете туда разместить такой углубленный шкаф. Далее с лоджии можно попасть. Сейчас это родительская спальня. Раньше это была гостиная. Так как детей много, собственно, переоборудовали в родительскую спальню. Здесь стоит двухспальная кровать, телевизор. Вот такая красивая люстра. Также имеется сплит-система, о которой я говорил ранее. Батареи снизу находятся по коммуникациям. Здесь они все центральные. Имеется газ, отопление, вода и канализация. Здесь эту зону можно отделить шторой. То есть и получается у вас уже своя собственная комната. В ту сторону дверь также закрывается. Площадь этой комнаты 16 квадратных метров. Также вот мы заходили с прихожей, можно было пройти прямо. Здесь имеются шкафы, которые также остаются. В принципе, все остается, кроме той техники, которую я вам озвучил, в которых можно хранить свои вещи. В левую сторону у нас дверь и туда проход. Сейчас это детская комната, как я вам и сказал. Она, вот видите, получается квартира распашонка. На одну сторону выходят окна и на другую. То есть открываете окошки, и здесь очень приятно и хорошо находиться. Место очень тихое. Говорят, соседи никакие не мешают. Плюс очень удобное расположение. Поэтому квартира и привлекает не только тех, кто сюда хочет приехать на ПМЖ, но и тех, кто захочет взять ее как инвестицию, например, под сдачу. Потому что до моря недалеко, рядышком Ореховая роща, остановочка, тут детский сад имеется, школы. Ну, это
можно сказать, центр такой города. Площадь этой комнаты 14 квадратных метров. Общая площадь квартиры 53 квадратных метров. Стоимость данной квартиры 7 200 000 рублей. Сейчас мы с вами прогуляемся на море, и я вам все расскажу подробнее об этом месте. Во всей квартире нет ни одного натяжного потолка. Я знаю, что для многих людей это тоже важно. Прогулочку и пройтись к морю, чтобы вы оценили, что здесь рядом находится, какие достопримечательности и сколько вам придется туда идти, и что вы увидите впереди. Для того, чтобы узнать подробности или, может, какие-то моменты я не озвучил, номер телефона вы видите на экране, позвоните напрямую, и вам на все ответят. Во дворе есть освещение. Вы можете видеть, что установлены фонари. Также двор не проездной, чтобы ограничить количество движения машин. Видите, моя машинка припаркована. И мы с вами отправляемся уже к морю. Ну вот, как выглядит сам дом. Единственное, что это вторичное жилье. Но дом в очень хорошем состоянии. Здесь по прямой, мы как раз по тротуару сейчас будем прогуливаться. Очень широкие улицы, с другой стороны тоже тротуар, много зелени. Это та самая зеленая Анапа, которую многие и любят, ради которой сюда к нам и приезжают. Ну и прогулочка у нас, я уверен, что получится прям великолепная. Тем более с такой погодой, как сейчас, у нас воздух очень теплый и очень комфортно находиться на улице. Сегодня со мной гуляет мой сыночек. Его зовут Ярослав. И он стремится меня обогнать по росту, но у него пока не получается. Меня очень радуют наши клумбы. Они сейчас уже все зажигаются цветами здесь. И куриная слепота, и пролески, и нарциссы растут. В общем, великолепно. Вот чуть дальше мы видим, что имеется остановка автобуса. Сюда вот налево через два дома есть гимназия, в которой можно отдать детей для обучения. Говорят, что гимназия хорошая, там народ учится. Вдруг вы живете в Анапе, и там ваши дети ходят, то напишите свой отзыв. Посмотрите, какой красивый мурал у нас нарисовали. Это Иван Карпович Голубец. В честь кого и названа следующая улица на пересечении. Всего лишь один квартал, и посмотрите, у нас здесь Ореховая роща. Она буквально через максимум пару месяцев откроет свои двери для гостей курорта. То есть рядом с вами находится лучшая зеленая зона города Анапы, через которую, собственно, и будете ходить к набережной. Тоже сейчас самые лучшие. Я не уточнил, что в квартале в сторону улицы Ленина находится сетевой большой Магнит. Там также есть и Агмаркет, то есть место по доступности к товарам, которые вам понадобятся, с хорошим расположением. Продолжаю ловить кадры белых невест. Анапа вступает в весну. Проходим еще один квартал. Здесь будут входы в Ореховую рощу. Сейчас пока идут ремонтные работы. И вот отсюда остается буквально 100 метров до набережной. Мы сейчас обойдем это место, а вам надо будет по прямой. Прошли, и сразу же закат. То есть от дома до моря 2 квартала и 100 метров. Пускай будет 2,5. То есть за 5 минут реально дойти до этого великолепного места. Посмотрите, это лучший житель Анапы. Еще и мяукает. О, какой ты красивый. Ну, кайфу. Или какая ты, наверное, трехцветная все-таки кошка. Это соседняя улица. Вдруг вам будет сложно передвигаться. Вы сели на машинку, проехали 2,5 квартала, приехали. Здесь большущая парковка и тоже с выходом на набережную. Будем считать, что мы прогулялись через Ореховую рощу. И вот она, набережная. Я всегда, когда выхожу на эту набережную, меня немножко захватывает дух. Такой обрыв, спереди море, белые балясинки, велодорожки здесь есть. Также есть места, где можно посидеть, отдохнуть. С той стороны от утеса у нас началась новая очередь строительства такой же красоты. То есть вы будете жить в очень прекрасном месте. Вы только посмотрите на это, друзья мои. Чистейшее море впереди. Это просто фантастика. Сюда даже вот свадьбы приезжают, чтобы сделать самые лучшие фотографии на память о своем замужестве. Ближайший спуск к морю находится на 40 лет Победы. То есть нам надо прогуляться по набережной до кафе «Шатер». Оттуда уже будем опускаться вниз. Здесь можно не останавливать, конечно, съемку, но хочется экономить ваше время. Так, в удовольствие. Просто идешь, дышишь морским воздухом, люди улыбаются, сидят, ловят эти солнечные лучи нашего анапского теплого солнышка. И это просто великолепно. Это вторая зона отдыха, которую я показывал вам, если бы вы сюда приехали на машине, соседняя улица от того же дома, где вы можете проживать. Тоже много людей, лавочки, скамеечки, уютное место. Мне сюда нравится приезжать и наблюдать закат. Садишься на лавочку, берешь кофеек, или в чай в термосе и смотришь.
Вау, это просто самые классные эмоции, которые только могут быть. Здесь у нас работает кофейня, которая вопросы администрации. С левой стороны шатер находится, который тоже вопросы администрации. И мы дошли до 40 лет Победы. Здесь также имеется парковка, то есть можно подъехать поближе к пляжу, парковка бесплатная. И отсюда уже осуществлять спуск к морю. Всегда прежде чем спускаться к морю, подхожу на набережную стеклянную, которую здесь реализовал шатер. Она выглядит очень красиво. Именно в таких местах действительно счастлив становишься, что ты живешь у моря, что такое удовольствие получаешь, когда ты его видишь. Посмотрите, какой у него сегодня невероятно красивый цвет. И здесь, на этой стеклянной набережной, можно сидеть, кушать всякие явства и наблюдать море, дышать морем, слушать море. Это невероятно. А в ту сторону у нас прогулочка к маяку. С торца набережной открывается тоже красивый вид. Если мне эти провода, то на Юрину гору. И вниз мы видим пляж. Сколько сегодня много людей там гуляет. Красота. Спуск сам. Представляете себя, дорога и два тротуара. С левой стороны белокаменная набережная. Здесь все под видеокамерами и освещением. Это очень хорошо. Мне нравится подходить к этим местам. Видите, здесь подкармливают голубей. Тут можно кормить, чтобы они, как говорится, не гадили на плитке, на чистой. И смотреть на море. Вы будьте аккуратны, чтобы, не дай бог, не упасть. И отсюда мы видим наш любимый маяк Анапский. Температура воздуха на солнышке у нас 18,7 градусов. Великолепная погода. В прогнозе в тени на сегодня обещали всего лишь плюс 13. На пути нам встречаются места для занятия воркаутом. Также здесь есть сцена, на которой, видите, как лежат, играют дети. Но больше всего мне нравятся вот эти вот качели. Сидишь ты себе и релаксируешь. Тоже с видом на море. Их тут две. И обе повернуты к нашему любимому морюшку. Но есть и обычные лавочки с мусорками. Все очень чисто и красиво. Она по последнее время этим очень радуется. Встречаются, конечно, проблемные моменты. Но с каждым годом их становится все меньше. Можно рассказать о пляжах именно в этом месте. Здесь открывается полностью классный вид на них. Впереди мы видим, как люди пришли жарить шашлык. А здесь в летний период времени есть и освещение. И также ставят разнообразные бары, лежачки и расчищать небольшие заходы к морю. На этом пляже лучше всего купаться в коралках, потому что здесь встречаются большие валуны, но сейчас туда дальше, вы можете даже увидеть по цвету, там образовался песчаный пляж. На него сейчас проход закрыт, так как там ведутся работы по строительству новой набережной. С верхней стороны мы видим, что техника большая стоит, но сегодня тракторист поехал на выборы голосовать, поэтому работа приостановилась. Там осталось совсем немножко, и он дойдет уже до домов, которые пойдут под снос. Следите на канале за этой информацией, я вам все покажу, как это будет происходить в дальнейшем. Ниже температура разгоняется до 20 уже, я прям реально в шоке. Если бы не было вот небольшого морского бриза, который с берега моря дует, потому что он приносит прохладный воздух, я думаю, на солнце было бы сегодня гораздо больше температура, больше морской кот. Слушайте, у меня такой же вопрос, ребята, что делать, чтобы домашние коты были такими же большими? Вот у меня кошечка, я ее кормлю. Как бы все хорошо, она такая худенькая, стройненькая, а здесь прям котище. И это уже второй по пути нам встречается. Там была кошка первая. Здесь анапский аурус. Может вас покатать по берегам нашей Анапы. Ну и впереди вы как раз таки видите сейчас перегораживание этого части пути. Здесь все сделано временно, не переживайте. Сбор грунта завершат, будут укреплять, а потом все откроют и восстановят. Так здесь пляж очень большой. И в ту сторону, и в ту сторону можно гулять. И даже сегодня, вот, пожалуйста, вам сколько людей пришли на море. Послушайте, его шум прибоя, дети кидают камни. Собственно, чем и вы можете заниматься со своей семьей. Но мы с вами сейчас попробуем узнать температуру воды. Возле моря 19,4. Пока у нас градусник замеряет температуру, я вам покажу панораму в обратную сторону. Здесь вы можете увидеть отель «Утесов», который бы снять один этаж и соединить две набережные. Новую, которую недавно построили, и ту, которая будет в будущем. Широченный каменный пляж, чистейшее манящее море. Оно очень любимо многими анапчанами, поэтому те, кто любит камни, вам здесь будет великолепно. Ну и говорю еще раз, тем, кто любит песок, туда дальше, там тоже великолепно. Друзья мои, мне квартира от души понравилась, ценник хороший. Вы напишите свой отзыв, что, как и почему, там для вас это будет тоже интересно. Ну а всю дополнительную информацию или покупки можете уточнять уже непосредственно у людей по номеру телефона. Я думаю, что это будет классное приобретение для вложения средств, для сдачи в аренду. Я прям сам восхитился, говорит, Юра, покупай. Да были бы, Юра, деньги, купил бы.
и, наверное, туда переехал бы, поближе к морю здесь. В шаговой доступности все, самые классные территории. Вышел из дома и показываю всем подряд. Но сейчас немножко моря для вас. А я вас крепко обнимаю. Вам всем привет, Черноморский. С вами сегодня был Юрий и Ярослав Азаровский. Ярик, помаши хоть ручкой. Красавчик. Ох, девчонки, много он сердец разобьет. Ну, не об этом. Смотрим на море. Температура моря 13,6. Вау, просто.